Маленькая елочка. И не спрашивайте, почему эта гирлянда лежит на столе, а не на елочке. Потому что есть некоторые животные, достающие рыбу из горячей кастрюли, горячую рыбу, пока хозяин тут елку соображает. А потом эти животные приходят еще и гирлянду фигачат. Гринмамовский снеговичок с колокольчиком. Да, я впервые так рано эту елку ставлю. Вообще тут только 6 игрушек. Если в темноте при свете этой самой гирлянды их не видно, все 6, то гляньте фотки в ВКонтактике потом. Обычно мы ставили раньше или 30-го, или 31-го елку. Яблоко тут откуда-то нашла какое-то. Вообще у меня режим какой-то супер ночной. Тут бусы от Лены. Зеленые я повесила, а потом еще белые перевесила. Вроде белые. Белые. Ну, типа серебристые. Зеленые. И дождичок такой мохнатенький. Еще есть, короче, одна это такая с несколькими режимами гирлянда. Но что-то я пока вот этой ограничилась. С свечечками. Свечкообразной. Я стольких трудов потратила это все повесить, зажечь. Я уже думала, там что-то перегорело. Что там и тут? Усанули? Мы. Кот. Кот. А кота не видно. А кота не видно. А кота... Ай-яй-яй. Кот меня цапнул. В темноте, видать, я что-то ему обдавила. Ну да ладно. В общем, вот такая елочка. Вот мы тут уже со светом. Вроде кот живой. Видимо, на хвост все-таки наступила. Нефиг под ноги в темноте кидаться хозяину. Мы сегодня шлейку примеряли. Один раз не совсем правильно, в другой раз правильно. Но, по-моему, это кот везет хозяина, а не хозяин кота. Это жирная плюшевая кошка. Снова неподъемная. Ёлечка. Ёлечка. На столе. На стол-то поставила, чисто чтобы это животное ее, как в прошлый раз, не наклонило к полу. Ну, кстати, при этом свете двух ламп. Такие видно шарики. 6 штук. Ну, если снеговика считать тоже шариком. Yes. Вообще она слегка другого цвета. Но у меня сейчас еще режим не перестроенный. Вот тут это правильно передается. А это... Ну, она чуть темнее. Почему-то тут фиолетовый, но так она чуть темнее, чем вот этот дождик. Синий цвет тоже правильно передается. На ночном режиме съемки. Вторая игрушка. Третья игрушка. Четвертая игрушка, пятый и шестой. И вот бусики. И вот Тиша. Сегодня у меня была генеральная уборка, по которой я еще дня три назад скучала. В общем, всем типа пока. И да, и вначале, наверное, надо было сказать всем привет. Ну, в общем, всем привет и всем пока. И с наступающим у всех.